Happy birthday. So make a wish. Всем привет! Итак, у нас осень. Скоро закончится, так что надо почаще выезжать на рыбалку. Сегодня буду искать крупную рыбу, попробую половить судака. Будет попадаться щука, тоже будет неплохо. Выезжаем. Сегодня, наверное, самый холодный день, 10 градусов. Резко так с футболок, сразу в куртке, уже даже в подштанниках. Ветер сегодня будет 5-6 метров в секунду. Завтра вообще восьмерка, послезавтра восьмерка. Так что решил, думаю, лучше поморожусь в 5 метров в секунду, чем в 8. Сейчас стою на первую точку, смотрю, что у нас течение. Мы уже от этого буду отталкиваться. Если течения нету, больше попробую в щучку упереться. Если же течение будет, то больше по судаковым местам попробуем ловить судака. Но как ни крути, рано или поздно течение дадут к обеду. И по-любому будет судак. Я очень на это надеюсь. Сейчас попробуем сообразить какую-то ветрозащиту, чтобы качество звука было немного лучше. Потому что я чувствую, сегодня будет жарко. Как бы утро, дальше будет ветер побольше. Очень надеюсь, что стало чуть-чуть хуже слышно, но зато не будет вот этого пу, когда задувает. Итак, надеюсь, поехали. Happy birthday. So make a wish. Так, я абсолютно не знаю, что это, но оно не сопротивляется. А не сопротивляется, сопротивляется, кто-то есть. Окунь. Итак, день открытый, хороший окунь. Смотрите, какой красавчик. Ну вот первая рыба на рефлекс. Правда, 17 грамм кидаю. Я его сегодня взял для того, чтобы кидать 35-40, попробовать. Ну, начали с 17, и в принципе все хорошо. Вот такой кабан. Только что обкидал с 5 на 10 и на 9. Вот тут обычно судачок бывает, но сегодня его тут нету. Смотрите, достал, короче, я перемет. Короче, вот такой перемет, крючки, все дела. Достал чью-то приманку, вот. 50 грамм. И теперь вот достал свою. Только что тоже оборвал. Вот теперь вот моя приманка. Вернулась. Петра Шаларва вернулась. Вот. Итак, вот он, первый, наконец-то. Небольшой, но это первый. Судачок. Ах, красавчик какой. Четкий удар судачачий и четкий судачок. Класс. Самая рыбка, что в тот раз на этом самом месте, ну почти на этом самом месте. Селектовский X-Shake в размере 3,25 дюйма. Так, выпускаем. Пошел, красавчик. Волна поднимается, не то что там некомфортно рыбачить, уже страшно начинается. Сейчас буду что-то думать, не знаю. Прятаться где-то в заливы можно, конечно. Ну блин, так хотелось судака половить именно вот на большой воде, а тут везде вот такое. Happy birthday. So make a wish.
Фух, итак, жесть, спрятался чуть-чуть в заливах. В принципе, те же места, где мы тогда с Романом были. Вход в шпатки, короче. Сейчас попробуем. Ну, такая бровочка была, мы тогда по щуке взяли. Прям с нее. Та-та-та-та-та-та-та. Ха! Печаль, тоска, ни хрена. Блин. Это было небольшое, но, блин, как-то печально так просрать. Просто надо было подсечь, да и все. Я просто как-то, уже завтыкал так уже. Тут затяжек пригрелся, аж так расслабило. И на тебе. Провтыкал. А ее что-то нету. Все, едем, ищем дальше рыбу. From the ending to the ending, never got to begin. Maybe one day we could meet face to face in a place without time and space. Happy birthday. From the heavens to the womb to the heavens again. From the ending to the ending, never got to begin. Maybe one day we could meet face to face in a place without time and space. Happy birthday. Так, сейчас еще один бугорчик и все. Окунь, окунь, окунь. Я не знаю, кто это. Итак, ребят, есть. Не знаю, кто это. Но это рыба, и она так именно резво, агрессивно. Смотрите, смотрите. Хо-хо-хо-хо-хо. Хорошее начало дня. Правда, это уже вечерка, конец. Блин, очень буду надеяться, что мы ее не упустим. Кстати, было бы круто, если бы это был какой-то окунь на килограмм или полтора. Ого, рыба хорошая. Смотрите, что творит. О, это щука за самый кончик. Как обычно, блин. На всякие приманки пытаюсь поймать судака, и она хватает на всякое такое, что за самый кончик, блин, может сойти, реально может. О, зверюга, смотрите, что... А, вообще, еле-еле. Так, а ну, сейчас попробую очень аккуратно. Нет, сойдет точно. Сейчас, если еще сильно рванет, точно вырвется. Сейчас постараюсь не дать. А, во рту, уже во рту, флюр. Да что ты будешь делать? Как не одно, так другое. Как она... А, за губу, то нормально, то не страшно. Так, хорошо. Красиво, красиво, конечно. Давай, давай. Еще обрызгал. Давай, 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 давай. Да что ж ты делаешь-то? Давай, чуть-чуть осталось, давай. Есть! Фу, хорош! Фух, опять красотка и опять такая за двушку точно. Отлично. Пусть мы искали судака, но ничего страшного. И так неплохо. Смотрите, какой крокодил. Офигеть. Спрашивали, зачем лип-гриб нужен.
Ну и вообще нафига, какой от него толк? Ну вот, если была подсака, да, в подсаке взял, так ты вот аккуратненько вытащил приманочку. И вот у тебя щука как бы аккуратненькая, не валяется нигде, не царапается. В подсаке тоже ее сильно можно покоцать. Ну да, зубы можно чуть-чуть либрипом попортить, губу можно попортить, дырку сделать. Зато щучка красивая. Вот такая красотуля. Очень я старался сегодня, я и замерзнуть успел, и поочковать чуть-чуть на волнах успел. И вот под вечер думал, судачок, конечно, будет, но... Кстати, мы еще не заканчиваем, еще, я думаю, кого-то поймаем. Вот такая щучка. Сейчас я быстренько взвешу, скажу, сколько она весит. Ну, это реально круто, это круто. 2 кило 400 грамм ровно, прям, четко, 2400. Итак, ребят, эта щучка мне не надо, поэтому мы ее отпускаем. Хорош! Я же испугался, блин. Фух. Так, все, щучку отпустили. Продолжаем. Может, еще повезет. Еще солнце не село, так что время есть. Погнали. Вот ты у нас такой. Ого, кто это? Ой-ой-ой! Окунище! Блин, не сойди, я такого здорового еще не ловил. Подожди, не уходи, пожалуйста, блин. Смотрите, какой он здоровый, ё-моё. И отцепился, смотрите. Офигеть! Кто-то звонит. Алло, здравствуйте, интернет-магазин Туристори, я вас слушаю. Если честно, думал, это самый здоровый, которого я ловил. Я ловил ровно на 700 грамм, но этот 670. Ты так отложишь, и как раз до сгиба. Вот реально, как рассказываю, да, там я вот таких наловил, показывает. Вот! Вот окунь, четко, блин, до сгиба. 670 грамм, вот такой красавец. Отпускаем пацана. Малыш, отправляйся домой. Попер. Фух, красавец. Он поярче будет. Будет махать лапами. Игра, конечно, у него бомбезная. Раки — это сила. Сейчас попробуем. Есть. Вот вам и лобстер, бляха-муха. И кто это? И кто это? Давид, это наш друг-судачок. Хорош, под вечерку. Небольшой, но, блин, классно. Есть. Забодал. Забодал лобстера. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди. Подожди, подожди. Щеку ему пробил. Он. Не попал он. Так, уже он вечереет. Посмотрите, какая красота. Я сегодня отступил, я не снимал облака. Сегодня такие облака были. Просто везде такие прям вот куски такие прям высокие. Блин, просто жесть. Сейчас они уже поразлетали. Сейчас уже под вечерку чуть подутих ветер. Это хорошо. Итак, ребят, сейчас мы поедем, знаете, куда? Вот на вот ту церковь, на Красную. Там вот в этих камнях под вечер, если судачок выйдет покушать, я думаю, там самое перспективное место будет, где его можно поймать. Потому что вечерка — это как раз, я думаю, лучше всего упереться в судака. Please accept my apologies. Wonder what would have been. Would you have been a little angel or an angel of sin? Tomboy running around, hanging with all the guys. Or a little tough boy with beautiful brown eyes. I paid for the murder before they determine the sex. Choosing all life over your life meant your death. And you never got a chance to even open your eyes. Sometimes I wonder as a fetus if you fought for your life. Сегодня было две палочки. Это Zender до 32 грамм и Reflex от Mitsui. Бюджетненький, но зато я его взял, он тягает 42 грамма. До 40, от 10 до 42. Сегодня у нас дало жизни это X-Larva
Юрия Петроша и от Selecta X-Shake в размере 3,25 дюйма. Больше ни хрена сегодня не ловил. А, еще лобстер. Судачка последнего взял, но я его только что оборвал, зацепился, так что я его не покажу. В общем, ни хрена я только что не поймал. Очень старался, но не поймал. Ребят, с вами был канал Tour Story. Все ссылки под видео. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Еще будет очень много интересных рыбалок. Так что всем пока, до следующей рыбалки. Сейчас осень, так что они еще будут. Давайте.